Всех приветствую, друзья, и продолжается 64-й дом. Я уже знаю, что делает кнопка, она пускает лифт. И восхождение не удалось, потому что затормозил немного в очередной раз. Следует быстро и решительно действовать. Нажал кнопку, отступил и на лифт запрыгнул. И вход в следующий отдел комплекса, да, исследований, изысканий готов. Вход в красную. Перед тем, как войдем в красную, застрелим еще несколько рыцарей ада, которые, ох, как пробил по мне, хорош. Ха-ха-ха, неплохо. Тут желтая дверь сразу, нужен будет желтый ключ, Soul Sphere. Забираю, нема на то рады. Выходит на меня барон, сейчас, наверное, убьет. Не знаю, смогу ли его избежать урона. В альфа-центре я их бензопилой валил, Soul Sphere. Сфера души потеряна. А тут у нас Pain Elementali и Double Barrel Shotgun. Их просто пачку целую разорвал на счастье. Ну и я всех дострелял. Кнопка. Очевидно, что две. Жму. Первую жму. Вторую. И ключ опустился, но решетка на него опустилась. Жму еще кнопку. Ха, тут что, загадка у нас будет? Как ее решить? Простите. Ну, две кнопки, комбинацию не сделаешь из двух. Если просто вот эту нажму. Короче, надо еще третью кнопку найти. Вот так вот. Хорошо, значит, мы идем в красную искать третью кнопку. Мы идем в красную дверь. Открываю дверь вот эту, не, вот отсюда я пришел. Идем в красную. В красной, наверное, большая толпа очередная нас ждет. Не, всего лишь рыцарь ада получает. Еще два раза, ох, пробил по мне, получает. Хорошо, надо активнее действовать. Так, вижу импов, надо приготовить, наверное, обычный шотган. Надо еще парни обычные, давай обычный шотган. Они войну между собой начали и стреляются там в темноте. Ну, начинаю стрелять из шотгана. По парням. Их много достаточно, да, их приличное количество. Этот получает. Реагировать побыстрее. Этот получает. Еще одного вижу. Получает. Так, патронов много. Забираю все. Колонны сверху. Будет интересно, если колонны опустятся. Вообще, зачем красная комната? Наверное, в ней кнопка, которая мне нужна, чтобы я мог получить желтый ключ. Балконы? Не, нету балконов никаких. Вот и кнопка, плазмоган. Исчез, телепортировался, посмотрите. А, телепортировался в комнату вот сюда. И тут куча кнопок появилась. Наверное, следует сохраниться и их начинать прожимать. Жму первую. Вторую. Третью. Четвертую. Пятую, шестую. Боже, тут загадка какая-то. Наверное, седьмую. Восьмую, девятую. Я шотган тут подобрал, чтобы я тут сейчас не застрял на самом деле. Надо все в центре прожать или что? Немножко это не ясно. Они выдвигаются или... Я могу все понажимать вот так, вот так. Вот так, вот так. Плазмоган куда-то телепортировался. UEC... Корпорация продолжает свои изыскания с телепортациями, и ни к чему, к добру это точно не приводит. Я все понажимал. Все? Ну, вроде бы все. Ловушка разгадана, загадка. Должна быть. Теперь тут патроны лежат. Куда делся мой плазма? Ага, он поделся в ту же комнату, в которой похожие колонны. Он что, телепортируется? Он телепортируется, действительно. Мистика, ребята, и оккультизм. Шотган, он перемещается, вот. Да, он перемещается. Он сверху где-то находится. Он должен в дырку провалиться, судя по всему, здесь. Я больше ничего нажать не могу. Может, надо просто ждать, чтобы он вот сюда провалился. Наверху. Еще нету. А может, есть смежная комната, похожая на вот эту? Я не знаю. Мне плазмоган
Не особо нужен, у меня 20 патронов, хотя на самом деле нужен. Мы пойдем с дробовиком. Тут, короче, какая-то мистика происходит с этими телепортами. Так, в красную зашли, все кнопки понажимали. Из красной иду в желтую. В желтой ничего не произошло. Какие-то еще проходы есть? Нет, проход строго в желтую. Я загадку не разгадал, очевидно. С ключом. Ну, например. Ну, непонятно, что делать. Еще раз кнопку нажать. Не получается. Да, тут загадки, слушайте, похлеще, чем в ролевых играх. В таком случае следует вернуться в красную. И там продолжать изыскание. Тут ничего не изменилось. Ну, шотганы лежат, это и из парней повыпадали, которых я не зачистил. Может, я последовательность не так сделал, но тут, по-моему, столько этих кнопок. Все нажаты, все зеленым подсвечиваются. Опять непонятно, что делать. Продолжает телепортироваться плазмоган наш. Это такое. Назад возвращаться, наверное, не имеет смысла никакого. Следует здесь продолжать заморачиваться. Ключ открылся. Почему? Непонятно. Может, потому что телепортация происходит. Короче, мистика и оккультизм полный. Иду в желтую. Готовлю, наверное, обычный шоти. Потому что здесь у нас импы. Выцеливаю первого, выцеливаю второго, выцеливаю третьего за углом. За углом много. Это эти усиленные импы. Четвертый. По мне уже летят снаряды. Надо стрелять сейчас. В луч, но метко стрелять. Стреляют они со всех боков. Я тоже стреляю, избегаю урона. Один за угла сейчас появится. Этого застрелил. Этого стреляю, готов. Кто еще будет? Тут комната ничего хорошего не сулит, я их не вижу там. Пробегаю, подбираю пачку. Ох, тут серьезно все, ребята. Плазмоган, например. Этого надо брать, мне нужен угол. Мне нужен угол, нужна ракетница, наверное. Ракетницу давай сюда. Не время мотать оружие, вот так вот. Отступить могу, не могу ничего сделать. 26 хп. Первого козла взял. По второму веду огонь. Все, у меня есть угол. И я перестал паниковать. Теперь надо их брать по одному. Наверное, вот этого взял. Вот этого надо брать, потому что он занимает мой угол, нужный мне. Сейчас по мне снаряд прилетит, пока я тут бегаю. Этого взял, пробежал. Все, угол мой, промахнулся, сейчас надо выцеливать. Выцеливать не из чего. У меня нету снарядов никаких. Мне нужно... Ох, я получил, 2 хп остается. Я тут конкретно растерялся, вижу пачку ракет. Быстро этот ракетомет мне сюда. Я опять перемещаюсь. Стреляю. Стреляю, этот готов. Еще 2 остается, ракета пошла, первая, вторая. Он замирает на мгновение, когда... перестает стрелять. Но из дробовика разброс большой сильно. Ну давай из вот этого. Потому что делать нечего. Придется по ним стрелять и возвращаться за аптечками, которых вроде бы там не было. Нападение очень неожиданное было в большом количестве. Я даже не ожидал такого нападения. Пистолет мало урона. Мало урона очень в пистолете. Чтобы его взять, но мне нужно их стрелять. Этот готов, и все, один остается. Сейчас мы к нему подойдем. 2 хп, надо сохраниться, наверное. Вот так вот. На 2 хп сохраняешься, а что поделать? Выстрел из дробовика в упор практически. Что я могу поделать? Выстрел. Еще выстрел. Не надо бояться их. Еще выстрел. Хорошо сейчас зашло. Все готовы. Еще пачка ракет здесь была все это время. И лестница к выходу. Лестница в небо. Тут... плазма. Так, продолжают пугать противники. 99 из 98. Предметы все, один секрет остался. Вниз очевидно, что падать нельзя. Вот этот секрет хотелось бы... хочется хотя бы аптечки забрать. Почему? Потому что ХП нету абсолютно у меня. Поэтому мне придется вернуться в желтую. Может быть, счетчик противников неправильно работает, потому что другая версия игры. Может, я смогу теперь забрать плазмоган. Тут
который здесь был. Но плазмоган это не то, что мне нужно. Плазмоганом не пахнет даже. Даже не пахнет. Мне надо возвращаться за аптечками. Это как пить дать. Поэтому мы возвращаемся на начало уровня. Две вроде бы было где-то. Две вроде бы было, вроде даже здесь где-то. Не, две были на начале уровня, я же это запоминал. Я это запоминал. Надо, когда вот играешь и комментируешь, надо себе говорить, запомни это, и ты это запоминаешь. Потому что оно же на самом деле трудно, ребята, и играть, и комментировать одновременно. В особенности в игру, в которую никогда не играл. Сейчас опростоволосюсь, если я запоминал это в прошлой мапе, а не в этой. Не, вот они, вот именно их я запоминал. 52 хп. Секретики поискать. Тут не пахнет секретом. Ха! А не сюда ли телепортировался мой? Не, это другая комната, судя по всему. Конечно, уровни очень заморочены. Вот тут что-то похожее на секрет, но нет. По карте надо выискивать, карта неудобная достаточно. Весьма себе странная. Тут это спуск вниз, тут ничего не будет. Джонни. Джонни, в синюю комнату и там еще обыск произвести на наличие аптечек. Джонни, ты такой неповоротливый, конечно, по сравнению с, даже с еретиком и с остальными. Но это, что было бы, если бы я играл в это на геймпаде? Геймпад есть на самом деле. Можно его подрубить, можно пытаться, но это будет, наверное, мучение полнейшее. Джонни не справится. На геймпаде. Тут нет аптечек больше. 52 хп. Так и пойдешь на следующий уровень. На 9 уже. Уровни вроде не сильно... Кнопку не прожал. Ошибка. Уровни вроде не сильно длинные, но... весьма замороченные. Трудно их брать, эти уровни. Вон, слава богу, что на каждом из новых уровней... появляется. Я вот не разгадал только секрет с плазмоганом, который телепортируется. Может, эту кнопку надо прожать, и он тогда выпадет в нужное мне место? Посмотрел, нет. Вот он на колонне. Эти меняются. А может, эта камера с разных ракурсов просто смотрит? Есть такая идея, что камера с разных ракурсов. Я, короче, что-то тут, может, неправильно прожал, и плазмоган, поэтому я не выловил. Может, надо было смотреть по камере, где он, и, найдя где он, опускать колонны. Вот как надо было действовать на самом деле. Вот такая идея есть. Хорош нам рычать уже, демоны. Я иду, и сейчас мы переговорим с вами на 9 уровне. Желтую дверь открываю. Тут точно не будет секретов, надо аккуратненько посмотреть. Не, нету ничего. А по карте? По карте ничего нету. Да, ситуация. Сюда можно пройти, это выход с уровня. Это телепорт, надо сохраниться. Входим в телепорт, и нас телепортирует. Посмотрим куда. Последний аутпост закончен. 101% я завалил. Предметы все, секреты половинка. Evan Simpler. Что-то очень просто. Что-то как-то так, навскидку. Что-что? Ну, короче, ситуация усугубляется. Путь к демонам теперь открыт. Вы осознаете, что демоны какую-то инициацию начинают, что-то такое. Это не, вообще не важно. Демоны спавнятся как крысы, и вы получаете Great AAA от UAC на отравите ихнюю пещеру, как-то так. Ваш там какой-то крик. Вы издаете супер крик, когда вот эти вас телепортируют. И, ну, и опять вы против толпы демонов. Какой-то тут язык сложный, английский достаточно, как для меня даже. Во. Второй эпизод, очевидно, начинается. И дизайн тут должен быть еще краше. Я сохраняюсь, это может быть даже босс, потому что это 10-я карта. Жму кнопку. Манкубусы.
Схожая карта, я понимаю, что сзади там манкубусы, надо хоть одного завалить, чтобы у меня опять-таки был угол. Надо валить второго. Надо валить второго, передвигаюсь постоянно. Все, угол есть, патроны. Это босс, действительно, в виде манкубусов. Но это схожая карта с Думом вторым. Офигенно реализовано. Третьего валим. Давай ракетомет, наверное. Ракетомет, не тормози. Не тормози, ракетомет быстрее. Так, вот манкубус получает. Я могу избежать двух выстрелов. Ха, манкубусы. Так вы тут слабенький. Ох, я получил в лобешник. Отлично. Уровень сначала с пистолетом. О, ребята, с пистолетом-то их не взять. Не так уж и просто. Шотганом. Давайте попробуем. Давайте попробуем. На этой сложности. На 100 хп зато. Во. Пытаюсь одного взять. Бегаю, не знаю, как могу, но мне сейчас прилетит, скорее всего. Я одного беру манкубуса. Патроны. Выход можно организовать? А, можно. Нельзя на выход. На выход нельзя. Надо стрелять, короче, просто по ним. И не выпендриваться. Вот этого надо взять. Не, он меня берет. Мне надо... Я тут с пистолетом так просто не получится. Давайте мы будем грузить сейф, в котором у нас есть оружие более серьезное. Я сохранился здесь. Вот это я ошибку допустил, ребята. Я сохранился на пистолетном старте. Но теперь будет мучение, наверное. Стреляя по манкубусу, как никогда не стрелял. Они медленные, пользуются этим. Но их очень много. Давай, получи сюда. Так, первый готов, угол мой. И я получаю тут же два заряда. Ну, теперь мы будем, конечно, на этом пистолетном старте долго тусоваться. Давай, все, собирай патроны. Можно ли как-то быстрее, не знаю. Можно ли где-то спрятаться, тоже не знаю. Кубус медленно выпускает свои снаряды. Я получаю два раза. Может, центрального бить? Тоже идея такая. Ха. У меня есть идея для челленджа по второму Думу. Пройти без сохранений, короче. Чистый, и ванилу чистую. Меня тут валят. О. Это будет тренировка. Тренировка на пистол старте. То есть и без сохранений как. Если я погибаю, начинается уровень с пистолетом. На ультравайлансе, конечно. Тут, правда, сложность максимальная. Вот тут их двое. А тут хорошо бы их выстрелять. На самом деле, вижу аптечку тут еще. Тут хорошая позиция. Я получаю. Беру аптечку. Вот этого надо брать. Господи, как они меня пробивают. Может, в центре стоять? Их слишком много, их человек 5-6. Ну давай. Вот я в центре. Надо отсюда начинать. Наверное. Ну сзади по мне прилетает. Да, ребята. Что ж ты будешь делать? Ничего не делай. Бери патроны и учись играть в старые игры. Вот так вот. Не нарывайся на снаряды, бегай, двигайся постоянно. Не запрыгнуть никуда не могу. Я не успеваю даже карту осмотреть. Что, как и к чему. Это действительно трудно. Even simpler. Очень просто говорят. Действительно. Хорошо. Бронежилет, все лежит. Это все будет нашим, только если я выживу. Вот мне уже в задницу прилетает от манкубуса. И не могу ничего с этим сделать. Ну, вроде бы как-то вот так надо их избегать. Первый готов. Второй. Надо будет сохраниться, наверное. А как же тренировка без сохранений? С дробовиком брать манкубусов. Не знаю, руна из него вроде бы выпала. Это кишки его, никакая не руна. Патроны подбирай. Прилетает тебе, вот этого теперь вали. Избегай снарядов. Ой, в лобешник прилетело. Можно, можно это все сделать. И even simply, очень просто. Не та сторона, немного. Так, еще ихних взрывов можно избегать на самом деле. Я как-то получалось у меня мансить. Очередная попытка, шотган, бэкпак патронов. Вот этих двоих надо брать. На них сохраняться и не выпендриваться, потому что... Ох, они друг по другу начинают засандаливать. Это хорошо на самом деле, чтобы я сейчас не получил. Ох, я получаю. Ох, я сейчас серьезно получаю, беру патроны. Бегаю по карте, а по карте нельзя бегать. Да, класс, конечно, олдскул, полный олдскул. Где двое? Вот этот.
получает. Мне в угол нельзя забиваться. 64, мне нельзя. О, даблбаррел где-то тут лежит. Это шанс. Где-то тут лежит даблбаррел, потому что я его подобрал. Хорошо. Патроны. Где-то здесь он был. Нет. Нет, они стреляют. Патроны. В лобешник прилетает. Где-то ж был даблбаррел. Где я его подбирал, ребята? Аптечка, понятно, все. Ну, не успеваю я карту осматривать, их надо выносить. Надо вынести двоих, занять угол, но угол занимать тяжело, потому что со всех четырех боков нападают. Непонятно, где даблбаррел. Они стреляют. Вроде бы не супер быстро стреляют. Это тут мешает сильно. Так вот можно с ними. А сзади еще один стреляет прямо по мне. Вот этого надо брать теперь. Выстрел, выстрел. Нарвался. Выстрел, еще выстрел. Еще выстрел. Еще один. И последний. Предпоследний. Готов. Сохраняшечка. Пошла. Так, теперь вот этот. Даблбаррел бы подобрать. Выстрел. После тебя будет сохраняшечка. Держись давай. Сзади летит по мне. Я чувствую просто это. Чувствую всеми фибрами души. Ну все. Это победа, судя по всему. Тут избежал. Не так уж и сложно, если прииграться. Ох, прилетело. Не так уж и сложно. Манкубус, получи. Ох, прилетело тоже неплохо. Да, кайфовый уровень. Очень. Нет, я ж сохранялся, не надо тут. Не надо здесь, сейчас реагируй. Выстрел, выстрел. А тут еще двое, господи, боже мой. Две ракеты, и я погибаю. Ну, ни брони, ничего нету. Давай сюда. Вот этого берем, и у нас чистый угол, по сути, получается. Сзади прилетает. Стреляй, стреляй, стреляй по нему, двигайся постоянно. Олдскульный шутер, 21 хп, одно попадение. Такие плотные. Вот сейчас я избежал. Аптечку быстро. Патроны. Он 4 снаряда выпускает. Выстрел, сохранится. Вот и все. Ну что, можно вот так вот вообще стоять, не париться, не бегать, а? Все это время было. Но когда их двое, то да, то можно. На самом деле. Выстрел. Готов. А, этот меня не видит сквозь колонну. Ну теперь я могу осмотреть уровень. На самом деле. Здрасте. Сколько у вас тут всего? 4 из 5. А что, не будет паучков нападать? Летят снаряды. Где-то тут я даблбаррел подобрал, шотган. Может, он в секрете каком-то был, не знаю. Стреляю по манкубусам. Одного хочется не добить, знаете почему? Потому что может быть, чтобы уровень не закончился. Я нашел даблбаррел. Обхожу. Выстрел, сейчас в упор надо ему дать. Стреляет ракетами своими. В упор, вот так вот. Так, открывается еще что-то. Как демон вылетает. В цепях весь. Это далеко не конец, очень просто. Говорят. И куча рыцарей ада нападают на меня. Сзади стреляют уже. Быстрее надо их выносить. Еще как демоны. Да. Отличная игра просто, ребята. Всем рекомендую попробовать. Лотгейм уже желтым подсвечивается мне. Даблбаррел давай сюда. Этот где-то он тут лежал. Чтобы мы побыстрее с этим закончили. Где-то здесь лежал, да? Не вижу даблбаррел. Вот он. Давай сюда. Убиваем манкубуса. Последнего и готовимся встречать следующее нападение. Опять меня убивают. К сожалению, рестарт левел не. Лотгейм. Loot game. Ох, получил. Патроны. Ты, манкубус, давай не выпендривайся. Даблбаррел мне, пожалуйста. Вот он. Тут за углом можно прятаться. Тут можно сохраниться. А я могу и не потянуть Doom на ультравайленса без сохранений. Второй действительно сложная игра. Но второй Doom не такой сложный на самом деле, как четвертый эпизод первого Дума, ребята. Это просто что-то с чем-то. Надо оставить боеприпасы, наверное. Не, надо их собирать. Не надо ничего оставлять. Оставлять надо рюкзак, пока все оружие не соберу. Все, ну что, понеслась, короче. Как и демон первый, с параллельной стороны должен быть второй. Выловить его. Вижу, стреляю. Готов. Козлы выходят сразу по двое. Меня опять окружают.
Надо двигаться и стрелять их. Этот готов. Этот готов. Как и демон еще один сзади. Да, круто тень. Какие клыки у него. Отлично просто. Лот гейм. Так. И потом мы сможем зайти внутрь комплекса и все. Как грамотно действовать? Вот там Soul Sphere, надо ее подобрать. У меня хп нету. О, почему меня ваншотает? Мне нужно завалить сейчас, значит, этого манкубуса и завалить демона и к Soul Sphere бежать. Или к бронежилету. К Soul Sphere, наверное. Где она? Она вот здесь. Хорош стрелять тут, мистер манкубус. Тут аптечка еще подле тебя. Сейчас мы ее подберем. Быстро подбираем аптечку. Как и демону два выстрела. Три выстрела нужно. Так, а демон готов. Козел готов. Забираю его слабый бронежилет. Пытаюсь это все избежать. Первый козел готов. Второй готов. Сзади по мне стреляют. Это здоровый вроде бы. Нет, это обычный. Готов. Тут еще один выскочил. У меня строго дробовик. Хочу сохраниться. Забегаю внутрь. Подбираю аптечку. Сохраняюсь. Хорошо, два угла. Если вас пытаются загнать... Обойти с четырех сторон, сократите количество до двух, и я тут же от Кокодемона получаю. Но я теперь сквозь окна могу им навалять. Кокодемона надо добить. Один выходит из одного угла сейчас по мне. Они сквозь окна не простреливают. Кокодемон пока долетит, я вот эту толпу всю тут разорву. И они друг по другу попадают. Должны, по крайней мере, один патрон. Аптечка, Soul Sphere не брать, пока не буду уверен. В том, что это мне понадобится ракета, патроны, ракетомет. Давай-ка сюда эту игрушку. Мы переговорим сейчас немножко по-другому. Летит ракета первая. Летит ракета вторая. Тут еще как и демон. Летит ракета третья. Как и демон стреляет. Выпускает снаряд. Я выпускаю ракету по нему. В лоб ему. Это месть за прошлый. Сохраняюсь. Надо полные аптечки пособирать. Козел готов. Этот тоже готов. Из дробовика хотелось бы стрелять, ракеты экономить, хотя, наверное, не надо. Из дробовик последний выстрел, пистолет остается. Патроны для дробовика. Коробка целая. Что это, пулемет? Патроны, здоровые... Ну, из машин гана, наверное, засаживать. Да, этот готов. А вот этого надо еще хорошенько попростреливать. Готов. Наш уровень? Нет, далеко не конец. Еще кто-то появляется. Это уже бароны? О, это что такое? Это элементаль боли. Его надо выносить в первую очередь. И убивают меня просто. Он наспавнил капец уже. Тут второй, третий. Уровень просто жесть, ребята. Вот это да. Я уже забыл про хоррор, потому что это действительно шутер. Мясной, классический. Так, на ракету сюда. Soul Sphere надо забирать сразу. И урона надо не получать. Так, патроны, надо забирать и вот здесь патроны, забирать пулемет. Ха, зря я ракеты прострелил. Броню потом заберем в конце, потому что броня на 200. Аптечки надо было пособирать. Сохраниться, боже мой, как выносить... Как выносить элементали и боли. Надо из ракетомета давать. Не знаю, давай тут спрячемся. Тут у нас еще мистер Манкубус. Ношу из пулемета. Элементально меня нападает. Обхожу Манкубуса, стреляю. Сзади кто-то еще нападает. Ловушка какая-то или что, непонятно. Какие-то снаряды летят. Действительно ловушка. Выбегаю в главный зал. Сфера бессмертия. Ну не знаю. Меня вообще тут зажимают. Очень просто. Очень простой уровень. Вношу. Элементали надо выносить, пока могу. Пока могу, пока я под сферой бессмертия, я должен выносить пока по вот этим ребятам. Дробовик, элементаль. Я зажатый просто. Тут бой пошел, элементаля. Но элементаля надо выносить, потому что он плодить их будет. Манкубусы, например, наплевать. Посмотрите, что происходит просто. Может выйти с уровня? Элементаль еще один. Все, сейчас меня, наверное, разорвут. Жму кнопку, это ничего не дает. Тут манкубус, патроны. Ловушка срабатывает. Бегу, вижу бронежилет. Забираю и здесь сохраняюсь. 200 брони, 17 хп. Что нас ждет? Ничего хорошего. Я вношу из пулемета.
Пытаюсь выловить элементаля, потому что элементаль представляет сейчас самую большую опасность. Он плодит постоянно своих сыновей, потерянных душ. А тут манкубус на меня выходит еще. Тут ловушка срабатывает. Тут патроны. Такие ловушки в квейке были, кстати. Точно Ромеро делал. Сохраняюсь. Еще прожимаю ловушку. Может эту ловушку против них использовать? Тут патроны. Тут какая-то кнопка. Не знаю, что она делает. Противников стало уже 85. Ревизия патронов. 20 ракет. А, элементаль прямо здесь. Ой-ой-ой. Even simple, да? Лот гейм, пожалуйста. Сколько раз я погиб? Миллион. Пейн элементаль. Какой он страшный здесь, господи. Но это я ракетой сам себя завалил. Это я ракетой сам себя завалил. Его надо брать, ребята. Этого паренька надо брать. Без лишних слов причем. Он тут действительно очень страшный. Надо второго вылавливать. Это манкубуса я завалил. Патроны. Ловушка сработала. Сохранится еще раз. Каждый миллиметр будем теперь сохраняться. Потерянные души нападают. Еще одна была где-то. Непонятно, где она. Тут боезапас еще. Главное, чтобы элементали все погибли. Маленькая аптечка сохранится по этому поводу. Патроны, дробовик полный. Можно стрелять из дробовика. Ну, потихоньку выхожу. Надо выловить элементаля. Вот он. О, как он плодит быстро их. Нельзя ж такой, с такой скоростью плодить, сэр. Сэр, я не успеваю просто стрелять. Надеюсь, что вы были один. Тут еще манкубус. Посмотрите, но манкубуса мы уже возьмем из дробовика. Дабл баррел шотгана. Элементаля надо искать и валить. Тут еще манкубус. Манкубус не интересует. Бароны я тоже их заберу потом. Элементаля надо брать. А я слышу, что еще один есть. Но я его не вижу. Сферы уже нету, естественно. Опять прячусь. Копия уровня из второго дума с манкубусами круче, чем... круче, действительно. Это манкубус, он готов. Сфера меня пробивает. Потерянная душа. Элементаля, может быть, нету уже, на самом деле. Зря волнуюсь. Еще манкубус неповоротливый, готов. Все аптечки поподбирать, сохраниться и добить барона Фада. Как это проходить на Брутал Думе, я даже не знаю. Но на Брутал Думе оружие посильнее. И его куча. Может быть, даже Брутал Дум полегче будет. Я, кстати, пробовал непроходимый вот этот эпизод, первый, четвертый эпизод Ультимейт Дума пройти на обычном и на Брутале. Ну, чуть-чуть в него играл. На Брутале легче, потому что как-то они быстрее разлетаются. Даже на реализме легче. Но ты, правда, погибаешь ты тоже 1000 раз. Уровень зачищен. 97 из 97. Секретов здесь нету. Еще бы. Были бы тут секреты. Ха-ха-ха. Мы, наверное, в ад отправляемся теперь. Ребята. Я хочу все пособирать, что не пособирал. Но предметы пишут, что я... 2 из 2 это оружие. Это оружие. Странно, я много оружия здесь пособирал. Практически весь набор. И музыка криповая такая. Оббегаю карту, ищу. Что пропустил. Все пособирал. Ну, теперь будет трудно. Следующий уровень. Погнали в ад. О боже. Even simpler, отлично. Блидинг, кровотечение. И кровоточащий. Вот так будет стильнее перевести. Ха, да тут небо другого цвета. Бензопила лежит. Спасибо. Это, наверное, мы в город уже попадаем. Но блидинг будем играть в следующей серии. Это сильно затянулось. Тут действительно кровоточащие останки. Много оккультизма, вижу соул-сферу. Вот теперь Doom очень сильно доставил своей сложностью. Я сначала подумал, что я просто тут всех буду разрывать. Но уровень с манкубусами босс показал, кто я такой на самом деле. Ха-ха, обычный человек. Правда? Ну, парни со мной согласны, потому что дверь с двух боков открывается. Да, но мы будем с ними уже разбираться в следующей серии, наверное. Еще один огненный шар свой запустил. Посмотрите.
Но этих расстреливать не проблема, этих даже если тысячи будет. Ребята, дум сильно доставляет, патроны лежат потом собрать. Сохраниться и в следующей серии продолжить. Спасибо за внимание, до свидания.